Здравствуйте, друзья! Я сейчас нахожусь на нашей улице, где живу. Она одним своим концом упирается в берег озера. Хочу для вас пояснить, что так как я сейчас одета, это просто для видео. И, разумеется, я по нашей улице в таком виде никогда не хожу. Я всего лишь нашла красивый задний фон в этом месте для съемки моего видео. А на самом деле единственной одеждой, подходящей для нашей улицы в моих условиях, является спортивная одежда. Когда у нас стоит хорошая комфортная погодка, а это значит, что не жарко, я одеваюсь по-спортивному и совершаю пешие прогулки по нашим окрестностям. А когда жарко, я вместо пеших прогулок предпочитаю плавать. Жара в течение долгого времени, кого хочешь, может загнать в депрессию. Чтобы не впасть от жары в депрессию, я придумала вот это для себя развлечение. Придумываю для себя наряды и снимаю об этом видео. А признаюсь честно, на самом деле, мне жарко находиться на улице даже это короткое время. Хорошо, кстати говоря, что эту съемку никто из местных не увидел. Я ведь и сама понимаю, что мой наряд для этих условий неуместен. Я выгляжу нелепо. Этот наряд, скорее всего, для города. Ну все. Модель ваша, друзья, окончательно зажарилась. Я сейчас отправляюсь домой в прохладу и спокойно расскажу вам об этом наряде. Простой, но очень комфортный летний наряд. Здесь у меня два цвета обыграны. Это мятный цвет в клатче. В брюках, но это не брюки, это джинсы, они укороченные, но пошиты наподобие джинс. И ткань джинсовая, легкая летняя. Вот к этим брюкам джинсам я подобрала украшения на летнюю тему. Видите, оно в соответствии с цветом брюк и клатча. Там настоящая морская звезда на цепочке. Так. Помимо, значит, этого аксессуара, у меня еще летняя шляпка с блестками. Она не совсем белого цвета, но все же подходит. Если только приглядеться, то оттенки немножко различаются. Так, одежда не должна быть сложной. Одежда должна нравиться. Одежда должна быть по погоде, гигиеничной. Вот. Вот и все, друзья, что я хотела сказать про этот наряд. Он простой. По-настоящему летний, очень комфортный для хорошей солнечной погодки. Случайно оказалось, что у меня есть подходящие к этому наряду очки. У них тоже оправа металлическая, окрашена в мятный цвет. И отблеск стекол зеленоватый. Поэтому, когда есть возможность, я ношу очки, которые по цвету подходят, вот как в данном случае. Оказались у меня такие очки. See you soon! До скорой встречи!